Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу сделать небольшое короткое видео, немножко ввести вас в курс дела, потому что меня уже спрашивают и в личку друзья писали, и подписчики уже задали вопрос: Алла, почему не делаешь видео? Нет новых видео. Я хочу сказать, что у меня пропало желание снимать. Вообще не хочется брать в руки камеру, ничего показывать, рассказывать, не знаю, из-за чего это все. Что-то интересное даже вижу. Не хочется мне снимать. Может быть, из-за того, что в стране вот такое творится. Какая-то депрессия напала, что ли, я не знаю. Или раздала я всю свою энергию всем. Может, или на фармаркете, или в своих видео. Не знаю, чем-то, где-то надо мне подпитаться, что ли. Потом, если вдруг такое озарение на меня нападет, буду снимать видео. Вообще, ничего не хочется. Так что большое спасибо всем, кто остается на моем канале. Просто вот сегодня я уже увидела комментарий. Там моя из подписчиц Лена, она же и моя клиентка из Северодонецка, уже задала мне вопрос, что, Алла, что случилось, почему нет видео свежих, почему ты не делаешь видео. И я решила, что надо немножко поставить вас всех в известность, потому что я всем благодарна за то, что вы смотрите, смотрели. Ну, может быть, я не знаю, может быть, если придет ко мне хорошее настроение, буду снимать. Сейчас такую беру небольшую паузу. Так что, если кто со мной остается, я буду всем благодарна. И держать вас в курсе дела, как там мне будет складываться настроение, появится или нет. В общем, не знаю, может ваши комментарии меня как-то подбодрят. Что-то я раздала всем свою энергию, всем, не знаю. Ну, в общем, если, может быть, увижу ваши теплые сообщения, какие-то поддержки, может быть, меня сподвигнут на новые видео. А пока вот такая вот небольшая пауза. Хочу всех поблагодарить, кто остается на моем канале, кто ждет моих видео. Всем огромное спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Не знаю, может быть, сейчас какие-то от вас услышу слова такие теплые, которые меня вдохновят на новые видео. Ну, вообще как-то пропало это все желание. Не могу ничего снимать. Так что решила вам рассказать, чтобы вы были все в курсе дела, потому что все-таки много у меня уже подписчиков, мне не хочется с вами расставаться. Но вот такое вот сейчас настроение не очень хорошее. Ничего не могу с этим пока сделать. Может быть, какие-то настанут перемены, ветер перемен залетит, что-то изменится, и у меня появится желание. Тогда, конечно же, буду делать новое видео. А сейчас всем спасибо. И я думаю, что до новых встреч. Может быть, все-таки появится у меня настроение это делать. Как только оно у меня появится, я буду обязательно снимать и рассказывать вам про эту Америку. Иногда здесь вот такое вот случается. Всем пока, до новых встреч. Целую, обнимаю. Пока.